Вот такие товары ожидают вас в этом видео. И в конце видео будет конкурс с денежным призом. Поехали! Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. В этом видео мы с вами посмотрим подборочку из полезных товаров для дома и дачи, которые, думаю, вам точно пригодятся и понравятся. Ссылки на товары с подборки и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. И по традиции, те, кто посмотрит это видео до конца, примут участие в конкурсе. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и быть в курсе новинок из Китая. Приятного просмотра! И начинаем мы с метеостанции с цифровыми проекционными часами. Они совмещают в себе функции часов, календаря, будильника, метеостанции, которые моментально измеряют влажность воздуха и температуру в помещении. Кроме того, данный прибор оснащен функцией проецирования времени на стены, потолок или любую другую ровную поверхность, а вся информация выводится на удобный цветной дисплей. Дисплей оснащен функцией подсветки, поэтому вы можете увидеть отображенные на нем цифры даже ночью. Метеостанция с часами будет отлично смотреться на вашем прикроватном столике, на рабочем месте, на любой полке. Устройство работает от обычной батарейки типа 3А и не нуждается в подключении к электрической сети. Цифровой дверной глазок-камера представляет собой полностью автономную систему для дистанционного видеонаблюдения. Использовать такой видеоглазок можно в бытовых условиях вместо привычного многим дверного глазка. Преимуществом устройства является то, что вы сможете отследить, кто находится у вашей входной двери, а в случае отсутствия хозяев возможна запись изображения. Видеоглазок сконструирован таким образом, что его можно установить в стандартные входные двери от 4 до 7 см толщиной. Также прибор подходит для установки в отверстия различного диаметра от 1,4 до 2,5 см. Изображение снимается камерой разрешением в 0,3 мегапикселя. Угол обзора достигает 110 градусов. Глазок имеет собственный экран для наблюдения, который включается автоматически при нажатии встроенной кнопки дверного звонка. Солнечные панели. Сегодня солнечные батареи могут существовать только за счет энергии солнца. Человечество в процессе эволюции научилось правильно использовать энергию, преобразовывая ее в тепло и электричество. Именно поэтому солнечные батареи для дома, отзывы о которых чаще всего положительные, стали весьма популярными в солнечных странах. Но на отечественных просторах их также применяют с успехом, ведь среди положительных сторон таких устройств находится высокая экологичность и возможность создавать единую систему снабжения электричеством. Солнечная энергия поможет вам запитать различные потребители постоянного тока, накапливать солнечную энергию в аккумуляторных батареях для последующего использования и покрытия пиковых нагрузок потребителей, подключить инвертор для прямого преобразования в переменный ток напряжением 220 вольт для питания различных потребностей переменного тока. Нет места для хранения вещей? Купите потайную вешалку. Самое удобное решение для сушки белья или хранения легко мнущейся одежды. Такая вешалка очень просто крепится на стену, почти незаметно в интерьере, в отличие от больших вешалок или крючков. Хорошо сочетается с глянцевой плиткой и занимает совсем немного места. Вы можете использовать вешалки по отдельности или вместе для размещения большого количества одежды. Также на ней вещи удобно сушить, и эстетику помещения она не портит. В собранном виде гости даже не будут подозревать, что это. Качественный термостатический смеситель. Надоело каждый раз, включая кран, обжигаться? Постоянно страшно за детей, что они обожгутся? Отличное решение проблемы с регулировкой горячего потока воды. Смеситель автоматически будет смешивать воду до нужной вам температуры. Этот смеситель отлично встроится в ванную или в фальшстену. Будет отлично смотреться в любом интерьере. Смеситель подключается к холодной и горячей воде. На выходе он выдает заданную температуру, даже при скачках температур входящих потоков. Wi-Fi ретранслятор для усиления сигнала и расширения зоны покрытия. Поможет вам, находясь, например, в гостинице в командировке. С ним можно организовать точку доступа при наличии проводного интернета. Достаточно подсоединить интернет-кабель до репитера и подключить репитер к розетке. При наличии в телевизоре интернет-порта, но при отсутствии Wi-Fi приемника, применив ретранслятор, вы избавляетесь от протягивания кабеля к телевизору для подключения интернета. В загородных домах, больницах, гостиницах и другие места из-за больших площадей трудно покрыть всю территорию Wi-Fi сигналом. Применив данный гаджет в режиме репитера, можно значительно расширить зону покрытия. Он примет слабый сигнал Wi-Fi, усилит его и раздаст дальше.
Водонепроницаемый беспроводной дверной звонок. Вообще не нуждается в элементах питания и проводах, он полностью автономен. Приемник нужно подключить к розетке. Он потребляет всего 0,25 Вт, то есть 10-20% от потребления обычных дверных звонков. Передатчик оснащен встроенным преобразующим модулем с нулевым энергопотреблением и механической кнопкой из качественных материалов с жизненным циклом от 170 тысяч до 200 тысяч нажатий. Работает даже при погружении в воду. Максимальная дальность передачи составляет 300 метров на открытой местности, как заявляет продавец. Предусмотрено 38 полифонических рингтонов. Максимальная громкость составляет целых 110 дБ. Но можно сделать и тише, есть еще два уровня. Либо выключить вообще и следить только за миганием светодиодов. Портативная ручная мини-швейная машина. Компактные устройства, помещающиеся на ладони. Простота и легкость в использовании делают эту машинку незаменимой в командировках, путешествиях или просто в доме. С помощью швейной мини-машинки можно быстро подшить брюки, зашить рубашку, подстрочить шторы или пододеяльник, сделать на ткани вышивку и многое другое. Она допускает работу практически с любым материалом, начиная от трикотажа и заканчивая джинсовой тканью. Благодаря аккуратной машинной строчке вещи будут выглядеть эстетично и привлекательно. Мини-машинка удовлетворит потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Станет по-настоящему удобной и практичной в работе. Светодиодный светильник с 3D-эффектом. Иллюзия объемности возникает за счет прозрачной панели и преломления света в узорах со светопроводящим покрытием, выгравированных на панели. После включения и установки панели лучи света от светодиодов струятся по линиям гравировки, создавая волшебный эффект. 3D-ночник отличается не только компактностью и долговечностью, но и оригинальностью. Станет прекрасным дополнением домашнего или офисного интерьера, подарком близким или коллегам. Каждая панель изготовлена из акрилового материала, напоминающего стекло, толщиной в 5 мм. На панели выведен тот или иной рисунок, который начинается светиться при установке на деревянную подставку. В подставке размещены экономичные светодиоды с ресурсом до 50 тысяч часов, которые не нагреваются при свечении. Зарядное устройство для аккумуляторов. Может одновременно заряжать аккумуляторы различного типа, размера и различной емкости. После того, как зарядка аккумулятора завершится, зарядное устройство автоматически переключится на зарядку минимальным зарядным током. Благодаря этому аккумулятор сохраняет оптимальную емкость. Зарядное устройство также включает контроль перегрева, который защищает само зарядное устройство и аккумуляторы от перегрева и имеет функцию восстановления глубоко разряженных аккумуляторов. Дозиметр и нитрат-тестер в одном приборе. Бытовой измерительный прибор адаптирован для домашнего использования и предназначен для быстрого определения уровня нитратов в свежих овощах и фруктах, а также для определения уровня радиоактивного фона, радиации. С помощью дозиметра можно легко определить радиационный фон в предметах обихода, таких как продукты питания, строительные материалы, дерево, щебень, цемент, гранит и других предметов, заряженных радиоактивными элементами. Он представляет своему пользователю максимально возможный перечень продуктов. База данных прибора включает 56 наиболее часто используемых в повседневной жизни продуктов. В зависимости от результата измерения выдает результат со соответствующей подсветкой – зеленая, желтая и красная. Ракетка для уничтожения насекомых. Это действенные и удобные средства борьбы с летающими насекомыми. Уничтожает мух, комаров, мошкару, ос и прочих летающих насекомых разрядами электрического тока. Изделие выполнено в виде ракетки для бадминтона и имеет большую рабочую площадь. Принцип работы мухобойки очень прост. Нажимаете и удерживаете кнопку в центре рукоятки. После чего достаточно ударить или просто дотаркнуться до летающего насекомого ракеткой так, чтобы насекомое коснулось металлической решетки. Оно тотчас же будет уничтожено электрическим разрядом. В то же время разряд электрического тока безопасен для человека и животных и не может причинить им вреда ввиду малой силы тока. Вы можете использовать мухобойку-ракетку в жилом или в бытовых помещениях, в загородном доме, на даче и даже на открытом воздухе. Декоративные зонтики служат не только для создания уюта на кухне или ванной, но и позволяют удобно хранить различные мелочи. Могут использоваться как крючки, так и как небольшие полочки. Изготавливаются из пластика и крепятся к любой поверхности с помощью специальной клейкой полоски, а поэтому их можно как установить, так и снять, не оставив на ней никаких следов. Крючки-зонтики станут изюминкой любого интерьера. В наборе три крючка.
Комнатные растения, вопреки законам гравитации, могут расти корнями вверх, благодаря новым цветочным горшкам, в которые можно посадить практически любые комнатные цветы и подвесить головой вниз. Такие горшки – это экономия места, ведь на подоконник всегда есть что поставить, помимо зеленых питомцев, а потолок почти весь свободен. Оригинальный способ развешивания позволяет располагать комнатные растения практически в любом интерьере. Ну а про реакцию ваших соседей и говорить не стоит. Умный цоколь для дистанционного управления светом. Имеет цоколь E27 и поддерживает лампы мощностью до 30 Вт. Работает через сеть Wi-Fi. Используется для управления лампочками освещения, которые можно включать и выключать удаленно с помощью мобильного приложения. Управление цоколем с небольшого расстояния также может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления. Смарт-цоколи можно применять, например, для отключения ночника в детской комнате, когда малыш уснул, в длинном коридоре, на лестничной клетке или в большом офисе с несколькими кабинетами. Установка довольно-таки проста и безопасна. Выкручиваете вашу лампочку из светильника и вкручиваете ее в наш умный цоколь. После этого вкрутите умный адаптер в светильник. Максимальный ток 2 ампера, максимальная мощность 200 Вт. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, какой последний фильм вы смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв, чтобы не пропускать итоги конкурсов. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Да, и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!